Александру Манзанову продлили домашний арест. Суд оставил бывшего министра сельского хозяйства в неволе еще на 2 месяца. Заседание суда по делу Манзанова состоялось 27 июня. Ранее планировалось, что это будет последнее заседание, но дело затянулось. Первый авиарейс Улан-Удэ-Сеул состоится завтра. В столицу Южной Кореи можно будет улететь раз в неделю во вторник. Рейс будет выполнять авиакомпания «Якутия» на новом «Сухой Суперджет-100». Как отметил на брифинге в правительстве Бурятии заместитель председателя Комитета по развитию транспорта, информатизации и связи Иван Баранов. Организация рейса стала возможной благодаря тому, что между Россией и Южной Кореей достигнута договоренность о введении безвизового режима сроком до 60 дней.